Через одну минуту. Здравствуйте, здравствуйте. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые коломенцы, дорогие друзья, 71 год прошел с того светлого майского дня 45 года, когда невероятными усилиями и жертвами наш народ завершил самую тяжелую войну 20 века великой победой. Никогда не померкнет величие подвига нашего народа, солдат на полях сражений, тружеников тыла, ковавших оружие, поколение соотечественников, защитивших Родину и поднявших ее из руин. Традиции замечательные города заложены, и мы стараемся их выполнять. Я желаю всем ветеранам войны, всем, кто служил и служит нашему Отечеству сегодня, доброго здоровья, успехов, радости, чтобы этот светлый праздник был еще одним оплотом нашей дальнейшей жизни.